3000 пачек сигарет и больше 300 бутылок алкоголя обнаружили таможенники в тайнике в микроавтобусе. Он ехал в Бендеры через пост в селе Варница и подозрений не вызывал. Но это только на первый взгляд. Вызвало подозрение внутренняя стенка между пассажирским водительским отделением и грузовым отсеком. Была произведена замер длины грузового отсека рулеткой. И произведена общая длина, замер общей длины транспортного средства. В результате чего была выявлена разница между данными и было принято решение произвести вскрытие. Тайник был скрыт за листами фанеры. Внутри оказались сигареты, вино и алкогольные коктейли молдавского производства. По предварительной оценке, стоимость изъятой партии сигарет и алкоголя – 36 тысяч рублей. Машина с бендерскими номерами должна была развести груз по магазинам местной торговой сети «Витара». Владельцы уже не раз были пойманы на таможенных махинациях. Например, в 2017 году всего за два месяца у них изъяли товаров на 364 тысячи рублей. Товары, обнаруженные в микроавтобусе, завозить в Приднестровье для продажи можно только по лицензии. Ее у торговой сети не было, а значит, закон нарушили дважды. И бюджет не получил денег, которые очень нужны сейчас стране для борьбы с коронавирусом. Теперь «Витара» заплатит штраф в размере стоимости товара, сам товар конфискуют, как и машину, на которой контрабанду перевозили.